Власти Дагестана определили, сколько семьи будут платить за коммунальные услуги в 2021 году. Размер платы не должен превышать 22% от общего семейного дохода. При этом стандарт жилплощади на одного человека составляет 18 квадратных метров. Напомним, что в республике с нового года вырастут тарифы на услуги ЖКХ. Рост окажется одним из самых высоких в стране.